Воин света подобен скале. Если стоит он на равнине, и все вокруг него исполнено гармонией, он остается непоколебим. Люди могут возводить свои жилища в его сени, дарующей защиту от разрушительных бурь. Если же судьбе угодно будет поставить его на склон или откос, и находящееся вокруг него лишено будет равновесия и уважения, вот тогда явит он свою мощь и ринется на врага, дерзающего нарушить мир. В такие минуты воин света губителен и смертоносен, и никто не в силах удержать его. Воин света разом думает и о войне, и о мире, и умеет действовать сообразно обстоятельствам.